болельщиков на трибунах культурно-развлекательного комплекса «Нагорный». И сразу же Рейпанчук. Пара защитников. Номер 4 Владислав Светов. И 28-й достой Кирилл Буйнич. Главный тренер нижегородской «Чайки» Николай Анатольевич Вы. «Чайка» устремляется в атаку. Выигрывают его хоккеисты. Сарматов и наброс на ворота. В зоне закрепится Кожевников. Бросок в дальнюю. На высоком прессинге пытаются шайбу перехватить. Не удается. Сарматов опаснейшим. Гости не выпускают шайбу из зоны. Житников. И первая шайба в сегодняшнем матче. Снова Сарматы. Гости не выпускают шайбу из зоны. Житников. И первая шайба в сегодняшнем матче. Снова Сарматы. На дальнюю штангу, где уже Кирилл Галкин готов был замкнуть этот пас. А здесь ответ. Ну и едва-едва. Это вверх рука рефери. И снова у «Чайки» пустые ворота. Давыдов бросает и гол! Это вверх рука рефери. И снова у «Чайки» пустые ворота. Давыдов бросает и гол! Хорошая атака. Продолжают игру в Нижнем Новгороде. Игру, которая в первом периоде чем-то напомнила. И вбрасывание. Все равно выиграл он и повторно. И вот момент уже на льду. Вот 9 заброшенных шайб и 21 голевая передача. А вот вторая шайба. Вот 9 заброшенных шайб и 21 голевая передача. А вот вторая шайба. Кин принимает довольно-таки мощный бросок Баданина на себя. И борьба на пятак. Павликов. Хороший момент. Втроем хоккеисты «Чайки» выходят к воротам. Баданин. Пас. Моментище. Шавин. Шайба катится в ворота. Таев к воротам рвался. Не пустили его. Нижегородские хоккеисты на ударную. Мужиков. Федотов! Бросок поворот соперника. Борьба за шайбу. Опаснейший момент. Ох, здорово обыграл соперника. Как? Петров! Вин Баданин. И просит передачи Морозов. Получает Опасно, как у ворот «Чайки». Чем это не лишает «Чайки» шансов на контрвыпад, хотя пока приходится отбиваться. Момент еще один. Команда гостей создает. Ну и здесь тасовка начинается. Подстраховали. Период. На дальнюю штангу. Бросок и шайба в воротах. Шайба в воротах. Снова Сарматы. Период. На дальнюю штангу. Бросок и шайба в воротах. Шайба в воротах. Снова Сарматы. «Чайка» идет в атаку. И вот моментище. Морозов раскачивает голки. Плохие индивидуальные проходы к воротам. Будет удаление. Удаление в составе Сарматов. Ну и здесь пошла рукопашная. Мужиков сражается. В атаке Сарматы. Бросок поворотом. Ох, какой опасный ад. Наброс на ворота. Передача в среднюю зону. И хорошая атака, размашистая. В исполнении «Чайки». Борьба за шайбу в углу площадки. Передача на синюю линию. Бросок! Копылов. Серия обманных движений.
Ой-ой-ой. Очередные здесь выяснения отношений. Атакуют. Бросок. Гол. 1-4. 1-4. Еще атакуют. Бросок. Гол. 1-4. 1-4. Еще вынуждены различные иные варианты искать подопечные в борьбе за плей-офф. Ну и будем ждать, чем эта борьба продолжится. Напомню, нижегородский пилюлю поражение, которое, наверное, стало неожиданностью для многих, но только не для...